Открытие вот нашего холодильника. Так, загружено это было сегодня в 7 часов 20 минут утра. Значит, в состоянии полного отморожения, ну, грубо говоря, из морозилки. Легкого похмелья. Из морозилки, да. Значит, проверка, вот состояние, ну, визуальное. Ну, вот это все заморожено, лед. Так, короче, так, физически. Да все, ну, слегка, значит, не, поверхность слегка отпустила. Да ладно, перестань, вот снег, какой черный. Ну, на, вон снег, ты что? Стальной камень, подожди-ка, вот здесь. Да ладно. Не, вот индикатор хороший, ну-ка достань вот эту пачку масла. Че, вон, пачка масла, на, да. Вон, гремит. Так, и вот проверочка. Да как вот, ну, короче, абсолютно. Деревяшка, да, деревяшка. Да, ну вот, ребята, вот это вот нормальный, значит, нормальный холодильник. Тест. Тест прошел. Нормального 9, холодильника. 9 часов. Значит, часов, да, больше да. Немножко 9, потому что ну, мы сейчас уже позволили себе по рюмке, значит, ну, принять. Ну, там останавливали себе, да, округлили. Есть, нет, выехали мы, значит, подожди, загружено было, как я сказал, значит... Мы без счета 8 загрузили, 7. Мы его ждали. Нет, я закладывал его в 7... чем-то, понимаешь? А, то есть он в коридоре, да, понимаешь? То есть еще раз. То есть дальше он ехал всю дорогу, и сейчас, сколько сейчас времени-то? Ага, 18:37. Ну, грубо говоря, 19 часов, 7 часов, да, вечера. И в 7 часов утра это было дело загружено. 12 часов. Держит, но без проблем. То есть, короче, ребята, вот, значит, по последнему, то, что я, значит, оформлял там в интернете ролик, значит, внутри я еще приклеил вот такую фигню, это пенка, грубо говоря, пенка с фольгой. Это так называемый термоизолятор для вот для бань там, всяких баллонов, там вот этих вот там расширительных колонок всяких и тому подобное. То есть вот такая штука, то есть приклеена тоже на 88-й клей точечками, такими же точечками, как и вся остальная конструкция была собрана. И сверху вот на крышечку из остатков, правда, у меня немножко осталось, вот не очень много осталось. То есть средний квадрат я вот из остатков, значит, вклеил, но он там, так сказать, дополнительно осуществляет какую-то вот теплофиксацию. Вот такая штука, короче, получилась. Рекомендую всем. Рабочий вариант. Потому что, да, вот проверено, вот мы доехали до деревни. Все, и ну, как бы вот... Ну, как было, Иван. Ну, куда, ну, все. Да, ну, я ну, не могу, не ну, могу вот, не, вот, прожать. Вот, не, да. Ну, вот лед, снег, что, не видно. Так, вот, да, пласты мяса совершенно заморожены. В общем, короче, все это держит. Работает. В общем, 12 часов она отработала. Вот она честно его... отработала, честно отработала 12 так, часов. Так она еще отработает? Возможно, да. Но мы сейчас дальше экспериментировать уже не будем, ну, потому понятно. Что мы уже на месте. И как бы сейчас мы это все перегрузим в морозильники. По холодильнику ну, еще нам потом готовить. Спасибо, ребята. Спасибо за внимание. Удачи. Так, время 8:43. Ну, я сказал, 9 вечера, ну, вот я считаю. И сколько находилось? Ва, как было, у нас все заморожено, так и осталось. Только ты неправильно заморозил, ты вот таким вот. Подожди, не схватывай свет. Вот сейчас схватило, блин. Круг. У нас остался замороженный продукт, конкретно... Вот, это баранина. 8:43, да. Килограмм 2. И этих. Это по поводу теста нашего холодильника. Холодильник, совершенно да, замечательно. Да, продолжение. Еще до утра будет нормально все. Куда несем? Несем в ангар. Вперед.